Я пришел в статусе свидетеля, причем свидетеля позора современных лидеров оппозиции, потому что такого еще не было, чтобы один из лидеров оппозиции, Юрий Бойко, пишет заявление на своих коллег, власти, с которой он воюет, с целью сорвать съезд оппозиционной партии. Ну, вопрос занял небольшое время. Суть проста, что вот я не хочу, чтобы вы проводили съезд. А до этого, ну, если ты не хочешь, чтобы вы проводили съезд, так есть судебные инстанции и все остальные. То есть, ну, тут не, глупо даже комментировать. Получается, как я и говорил ранее, Бойко был частью власти, есть частью власти и будет частью власти. Бойко просто понимает, что не может получить доверие даже в своей партии. Каким единым кандидатом он вообще может быть? Поэтому эта группа пытается любой ценой сорвать съезд. Вот и все.